Всем привет! Посмотрим сегодня на очередную игрушку, так сказать, для программистов. Я в нее чуть-чуть поиграл. И то, ну как, я начал записывать вообще в нее не играя, только зарегистрировавшись, но там немного было непонятно кое с чем. И пришлось останавливать запись, короче, перезаписывать. Вот, и я сейчас расскажу, что было непонятно. Короче, есть такая игрушка League Wars, вот она. Здесь не все, конечно же, переведено, я так смотрю, но ничего. Что это за игрушка? Есть какие-то лики. Ну, я так понимаю, это какие-то ростки, что-то такое. Так вот, нужно управлять этими ростками для того, чтобы... Ну, выиграть, да, продвигаться. В чем суть вот этой игры? Ну, есть какой-то редактор. В этом редакторе мы управляем нашими ликами. Ну, по крайней мере, одной точно. Мы используем какие-то функции и проводим бои. То есть есть карта. Ну, вот давайте, когда вы только зарегистрируетесь и сюда зайдете, то у вас будет редактор этого кода. То есть по этому всему есть справка. Вы можете нажать вот этот, не вот этот значок, а вот этот Help. Можете нажать Documentation и увидеть здесь все функции, которые здесь есть. Также в Help есть какой-то туториал, то есть какое-то введение для тех, кто ни с чем не знаком. Я его не читал, нет времени. Но что здесь написано? Здесь написано, что язык... очень близок к JavaScript, но как бы это типа не JavaScript, вроде как бы. Вот, короче, фишка в том, что есть редакторы, и мы должны писать некий код для управления нашими объектами, для того, чтобы воевать с другими объектами. И вот здесь шаг за шагом, страничка за страничкой, примерное описание синтаксиса, функций. И все такое. То есть есть и циклы, есть if-else, есть переменные, есть массивы и много чего есть. То есть это я на это тратить время я не буду. Дальше в этом help'е что еще есть? Ну, документация. Ну, документация, например, get nearest enemy. Вот она. Возвращает ближайшего к нам... Нет, где она? Вот. Возвращает ближайшего к нам врага. Ну, тут... Да, врага. И стоимость ее 25 операций. Ну, те, кто играл в Scripts, тот знает, что там каждое действие оценивается в... Ну, каждая функция в какое-то количество операций. Сколько операций здесь, честно говоря, я не знаю. Я не искал, вот только сейчас подумал, что я об этом не знаю. Надеюсь, вы это простите. То есть моя цель не сделать полноценный обзор, как проходить уровень за уровнем. Нет, цель просто показать, что такое есть. Кстати, смотрите, копирайты 2013-3012. Ого-го, ладно, моя цель просто показать, что есть такая игра, в которой можно поуправлять искусственным интеллектом. Соответственно, здесь все функции, ну, максимально как бы, да, упрощены. То есть там типа иди вперед, он идет, стреляй в ближайшего врага, он стреляет. И все такое. Так, давайте перейдем в редактор. То, что вы с самого начала увидите, это редактор. И здесь вот будет такой код. Выбрать оружие. Ваше оружие можно менять вот здесь. Вы выбираете вот здесь в левом верхнем углу. Можете посмотреть свой уровень. То есть я тут провел чуть-чуть боев, пока разобрался. Дальше вот здесь выбрать код. То есть вы в редакторе пишете некий код, который управляет. И вы можете его как-то называть. Давайте я назову это Original. Origin. Или старт, вот так вот, стартовый код, вот. Так вот, вот здесь вы можете его выбирать, вот он, старт, уже выбрался автоматически. Дальше вы можете выбирать оружие, а что у меня, два оружия или что? А, это возможность держать, наверное, два оружия одновременно.
Ну, здесь, конечно же, вон есть, смотрите, маркет, магазин, в котором мы можем покупать какое-то оружие. Я так понимаю, это какие-то бафы. Там и все такое. Вот здесь есть рейтинги. Рейтинги игроков. Ну, давайте как кого-нибудь клацнем. Например, вот этого. И что у него? У него, ого, у него аж три оружия. Давайте посмотрим какой-нибудь его бой. А как посмотреть? Можно ли посмотреть? А, вот можно. Вот выглядит вот так вот карта. Можно бой ускорить, вот. Ага, здесь, как я вижу, управлять не только одним персонажем, а несколькими. Соответственно, нужно уметь как-то программировать. Для того, чтобы соревноваться. Соревноваться здесь вы, я так понимаю, соревнуетесь с реальными игроками. Ладно, ближе к делу. Переходим в редактор. В редакторе стартовый код вы... Ух ты. Наводишь мышкой, и здесь показывается краткая справка по операции, по функциям. Так вот, вот так вот выглядит код, да? И что мы видим? Выбираем оружие, ищем ближайшего врага, вот, двигаемся к нему и применяем оружие по этому врагу. Это самый базовый код. Давайте попробуем перейти в сад, выбрать себя... Что это? А, это, я так понимаю, игроки создавали. Да, вот я, а вот другие. Ну, давайте вот это выберем. И посмотрим сейчас этот бой. Этот товарищ стоит и ждет. А я к нему бегу. Хм. Интересно, кто же выиграет? Ну, если он первый начнет стрелять. А, я начал первый стрелять. А он вообще не стреляет. Нормалек. То есть я его убиваю. Я выиграл. Я молодец, а он не очень. Так, этот бой я выиграл. Давайте еще. Как вы видите, здесь каждый раз разные игроки. О, смотрите, Battle какой-то очень махач серьезный, где 10 участников принимает. Я так понимаю, каждый сам за себя. Здесь 6 на 6, 4 на 4 и 1 на 1. Ну, давайте выберем кого-нибудь с уровнем 2. Посмотрим. Так, вот он бежит. И я бегу. И он бежит. Но сейчас попробуем чуть-чуть изменить вот этот код искусственного интеллекта. И я думаю, на этом закончим. Так, и кто же выиграет? Скорее всего, он, потому что он первый начал стрелять, и у меня жизни уменьшаются быстрее, чем у него. А, не! Я выиграл. Странно. Здесь, скорее всего, еще, наверное, есть какая-то типа удачи или еще что-нибудь. Ладно, давайте попробуем, знаете что, закомментировать просто вот это. Move forward. И сохранить. Вот это вот сохранение одновременно проверяет на ошибки. Вот я убрал точку с запятой, и ошибок нету. Давайте попробуем еще раз кем-то сыграть. То есть, что я сейчас сделал? Я убрал движение к врагу, я просто его буду ждать. Вот. Вот здесь можно внизу ускорить. Вот я ускоряю. И началась война, но моя тактика мне не помогла. Короче, я получил второй уровень. Что он мне дал? Он мне дал какие-то очки. Это хорошо. Это хорошо, и вот у меня появилось больше денег. На эти деньги я, по идее, смогу приобрести в магазине какое-то оружие. Ну, давайте я куплю еще один пистолет. И давайте я... Возьму этот еще один пистолет. Вот так. А как мне? А что, я не могу? Блин, зря деньги потратил. Я не могу держать два одинаковых оружия. Давайте тогда... Блин. Меч. Топор. Не, чем дальше, тем хуже. А что это такое? Машинган. Давайте я его куплю. А ну-ка.
А ну-ка, давай-ка. Нет, ты смотри. Ёлы-палы, пятый уровень надо. Короче, я только что потратил деньги впустую. Не делайте так, не повторяйте за мной. Теперь мне придется все это наворачивать заново. Так, короче, что же я пробовал? Я в начале видео сказал, что я чуть-чуть поиграл, чтобы кое-что попробовать. Смотрите, давайте создадим еще один скрипт. Давайте new напишем. И напишем, дадим ему какое-то имя Май. Во. Май. И в этом май мы будем делать вот так вот. Я здесь закомментирую. И давайте я здесь попробую if, если enemy. Ну, если это по аналогии с JavaScript, то здесь простая проверка. Если enemy. То есть, если врага нету, то по идее будет пусто. И давайте, если враг, то я попробую два раза выстрелить. Я не уверен, что хватит очков на это все, потому что написано, например, выбрать оружие. Стоит 15 операций. А вот это. А это я не знаю, сколько стоит. Get nearest. Это 25 операций. Короче, вот я написал новый скрипт. Теперь, чтобы его применить, мне надо перейти в настройки вот к себе. И смотрите, вот искусственный интеллект, да, скрипты. Мне надо здесь его выбрать. Но его здесь нет. А вот как раз вот это я сидел и не мог понять, как сделать. Решается это просто. Логаут. И опять заходим. Теперь мы можем выбрать мой. Вот он мой. Все, я выбрал свой скрипт. Давайте перейдем в сад и давайте попробуем подраться вот с кем-то вот этим. О, я стою, жду. Товарищ ко мне бежит. Бежит, бежит. Главное, чтобы я начал первым стрелять. Ну, стрелять. Опачки, смотрите, я начал стрелять, я его убил. Красавчик, конечно же, красавчик. Давайте еще раз попробуем вот с этим товарищем. Уровень 3. Если моя тактика работает, то я довольно быстро поднимусь в самый верх рейтинга. Вот. С одним всего лишь пистолетом. Так, что-то подзависло. Ну, я думаю, в целом кому-то будет интересно поразвивать свои навыки в программировании искусственного интеллекта, не отвлекаясь ни на что. То есть подобного плана игры, типа Scripps или еще вот типа такой, что они дают. Вам не надо ничего устанавливать, ничего подключать, настраивать какие-то библиотеки не надо, и все такое. Вы просто берете и программируете. Вот. Вот и все. Ну, на первых этапах это, конечно же, не сложно, а дальше вам нужно будет разрабатывать всю логику. Ну, я выиграл. Да, я выиграл. Смотрите, моя тактика работает. Поэтому, если кому-то моя тактика принесет немало денег, то просьба перекинуть мне. Потому что, как вы видите, я разработал универсальную тактику для выигрышей. Круто. Я опять выиграл. Давайте подправим код и попробуем 3 раза стрелять. Ну, я думаю, это, конечно же, уже не прокатит, но попытка не пытка. Так, какой у меня уровень? Что-то подтупливает. Скорее всего, либо у меня связь сейчас теряется, либо там загружены сервера. Вот, я имею 3-й уровень, и давайте я попробую еще с кем-то подраться. Я так понял, здесь, ну, мы видим, здесь есть чат. Я так понимаю, здесь можно создавать команды и вместе играть. Моя тактика работает на отлично. Я просто, я бы сказал так, бог в разработке искусственного интеллекта. А вы можете в этом убедиться сами. То есть я сейчас выиграю еще раз, еще раз и еще раз. Соответственно, если вам нужны такого уровня специалисты, как я, которые просто не имеют равных, то, конечно же, обращайтесь, а лучше просто скидывайте деньги. Скидывайте деньги, и все.
Да елки-палки, аж неудобно. Вот так вот. Ну, скорее всего, первые уровни они так и проходят. Проходятся, скорее всего. О, кто-то поставил фотографию. Это долго грузит. Давайте последний бой. Последний бой вот с вот этим. А, тут очередь есть. Короче, там сервак, походу, загруженный. И моя очередь, номер моего боя 13 из 16. Короче, все, не буду вас мучать. Мне показалось, в принципе, эта игрушка, ну, интересная. Почему бы и нет? Мне так показалось, потому что это вот мое первое знакомство. Как будет дальше, не знаю, вряд ли. Ну, всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.